что же, я очень рад, что я сегодня здесь, и у меня есть возможность увидеть то, какие результаты сделали молодые таланты. Могу сказать, что уровень всего того, что я увидел, очень и очень высокий. Особенно меня радуют исполнители, которые работают в современном танце, потому что язык, на котором они говорят, абсолютно понятен. И, на мой взгляд, это одна из самых больших удач этого конкурса. Видно, насколько интересны работы, видно, какие задачи ставили перед ними педагоги-репетиторы, хореографы. Очень интересные хореографические работы. Могу сказать, что, несмотря на возраста, дети делают очень сложные технические элементы, и вообще подготовка всех участников, которых я сегодня посмотрел, конечно, очень и очень высокая. Поэтому еще раз хочу сказать огромное спасибо организаторам, к тем, кто потрясающую атмосферу, высочайшую планку смог поднять, создать и продолжает сохранять в этом прекрасном конкурсе Youth America Grand Prix. И, конечно же, я хочу пожелать удачи всем участникам этого прекрасного конкурса, кто будет выходить на сцену, потому что сегодня они получают самое главное. Они получают внимание и признание публики за ту работу, которую они сделали. И эта работа сегодня прекрасна. Спасибо большое, Сергей Филин. The senior boys perform and absolutely amazing. There must be at least 8 or 9 boys that I'm interested in, and I've only got one job to give out. So that's super exciting to see so much talent. I saw this afternoon senior contemporary division, and I have to say I'm very, very impressed about the maturity of the exhibition. And it's incredible what these young boys, they are doing on stage. And it's make me scary, because where are the borderlines of the human possibilities? I look forward to see what they will do in the classical variation.